Может ли продукт компании быть благотворительностью? Да, конечно, может. Он не только может, он и должен быть благотворительностью. Конечно, это не значит раздать весь товар, свой продукт бесплатно. Это уже, конечно же, не бизнес. Но благотворительность – это значит деятельность, несущая какое-то благо этому миру. Если ваш бизнес помогает людям расти духовно, интеллектуально, или хотя бы делает их жизнь проще, повышает уровень комфорта и освобождает им время для того, чтобы у них была возможность развиваться, идти вверх. К сожалению, сегодня существует ложная концепция и попытка выкачать из этого мира как можно больше денег с помощью различных ухищрений и спекуляций, где кажется, что можно нажить много денег, не давая этому миру ничего взамен, но вместо этого высасывая из него эти ресурсы. Но знания, священные писания, они говорят о том, что это ложная концепция. И на самом деле такие люди, они просто используют свою позитивную финансовую карму, которая раньше рано или поздно заканчивается. И они после этого встречаются с огромными проблемами. Потому что на долгосрочной основе на бизнес на такой идее не построишь. То есть должно быть именно производство какого-то блага. То есть должен быть взаимообмен. То есть я даю что-то позитивное в мир, и я получаю благодарность. Чем больше я даю, тем больше я получаю. Вот спекуляция к этому сюда никаким образом не вписываются. И люди, которые этим занимаются, они понимают это или нет, рано или поздно они столкнутся со сложностями для того, чтобы понять, что для того, чтобы что-то иметь, нужно что-то отдавать. Бизнес-модель Арха показывает, каким образом привлекать в свою жизнь больше финансов на постоянной основе. Для того, чтобы увеличивать пользу, которую мы производим для этого мира ото дня ко дню. И вместе с этой пользой, которую мы даем, неизбежно будет увеличиваться и доход, наша прибыль, наше финансовое процветание.